Bu güzel aileye bir güzel oynamaları bizlerden hediye geliyor. Mübarek olsun toylar. Buyurun. Allah razı olsun Zeynep bacımızdan, ablamızdan, kızlarımızdan, bacılarımızdan. Allah hepinizden razı olsun. Teşekkür ederiz. Камил, дорогой друг, оказывается, у нас тут соседи, друзья, которые сегодня уважают тебя и приехали, даже пришли, можно сказать. Если соседи пришли, если гости откуда-то приехали. Мы рады вас видеть, девушки, ребята, мы вас приглашаем, будьте добры. Я вас, конечно, не знаю, как вас зовут, всех вас не знаю. И поэтому я вынужден вас пригласить сюда, будьте добры, своими поздравительными словами, добрыми желаниями. Сегодня вы у нас в гостях. Мы очень рады, действительно, мы очень рады. Прошу извинения, что мы заставили вас так долго ждать. На самом деле, свадьба только-только начинается. Действительно, мы очень рады вас видеть. Прошу вас сюда. Я здесь. С вас только требуются добрые пожелания, хорошие молодоженам, такие приятные слова. Пожалуйста. Уважаемая Замира, мы поздравляем тебя с этим замечательным днем. Желаем вам долгих лет жизни вместе. Чтобы было слышно. Да. Сейчас, секундочку. Уважение друг к другу, здоровья вам, чтобы у вас были крепкие, здоровые детишки, такие же, как и вы сейчас. Очень хорошие. Всего вам хорошего. Ну и от нас подарочек небольшой. Как спасибо. Уважаемые молодожены,
хочется вам пожелать любви, счастья и взаимопонимания. Цените друг друга, будьте счастливы. Не знаю, у вас будет ли кричать, нет? Нет? Горка у нас ночью. Уважаемый молодежон, Зарина, я тебя поздравляю. Счастья, любви, уважения друг к другу. Будь счастлива. Спасибо вам, ребята, за то, что вы пришли к нам в студию. Музыка! Какую музыку? Давайте все, музыка! Спасибо вам большое!